что-то новенькое. Почему никто не сказал нам, что все изменится? Здесь что-то не так. Боже, спускают! Деда Эдди? Привет. А вы не знаете, где Спенсер? Это же... Похоже, он вернулся в игру. Надо его вытащить. Ты это слышал? А? Мы даже персонажа еще не выбрали! Мы что, во Флориде? Вот же черт. Стоп! Это не мое тело! Ничего себе, какой я гибкий. О, да. Как же приятно. Этого просто не может быть! Я вернулся, и все стало только хуже. Только глянь. Раз, два, три. Похоже, у нас проблема. Игра сломана. Слушайте внимательно. Это очень опасное место. Отрастите глаза на затылок. Язык колотить! Что это сейчас было? А это еще что такое? Ты это видишь? Я так не выглядел с тех пор, как... Никогда. Ты никогда так не выглядел. Кажется, у меня глаза другого цвета. Дорогуша, ты весь другого цвета. Смотрите, ваши сильные и слабые стороны. Языки. Шикарно. Нунчаки, что-то новенькое. Класс, отличный список. Слабости. Жара, солнце, песок. Как этот парень вообще стал героем какой-то игры? Какое же здесь пекло! Мы должны найти Спенсера и Беттани. Ваше новое приключение еще опаснее. На этот раз не все смогут покинуть игру живыми. Беттани решила вам не помешает помощь. И где же Беттани? Прямо перед вами. Говорит, божечки, я теперь кобыла. Ага, это Беттани. Привет. Отвратительно водишь. Да что ты говоришь? Я буквально в прошлом месяце пересдал на права. Опять. Джуманджи. Новый уровень. Что произошло? Да, я вернулась. Как же я скучала. О, божечки, привет, народ. Беттани. Ура, мы вернулись в Джуманджи.